Регионы разные, страна одна. Пресс-конференция президента России Владимира Путина еще раз подтвердила, насколько общими проблемами живут жители краев, областей, национальных республик и как важно объединение усилий центра и субъектов федерации в решении актуальных задач. Озвучив важные для экономики страны итоговые цифры и события уходящего года, Владимир Путин большей частью говорил о социальной политике и ответственности регионов за реализацию главных задач. Предметом особой гордости для нас, конечно, являются показатели рождаемости. Самые лучшие за 20 последних лет. Так же, как и низкий уровень смертности. Тоже самый низкий показатель за последние 20 лет. Это говорит о том, что люди по-другому стали планировать свою жизнь, расширили горизонт планирования своих семей. Это говорит о том, что в целом на людей производит, при всех проблемах, которых у нас достаточно, все-таки возникает чувство надежности со следующего года. Думаю, что в первом квартале правительство должно запустить уже эту программу. Поддержка семей, в которых будет рождаться третий и последующие дети, в 50 регионах Российской Федерации. Заданную главой страны тему активно продолжили региональные журналисты. Именно им в первую очередь приходится вести диалог с жителями на страницах своих газет, в радио и телеэфирах. Я рада, что мне удалось, так скажем, попасть в число этих счастливчиков в своей оригинальной надписи. Мне очень понравилось, когда я увидела вашу надпись «Из деревни», да, все сразу обратили. Хотя меня больше интересовало именно 354-е постановление правительства, которое, как оказалось, для народа совершенно непонятно. И, так скажем, многие коммунальные услуги, которые, так скажем, выросли, вот, или появились новые, как общедомовые услуги. Я надеюсь, что вот эти письма, чаяния, они дойдут до высших инстанций. На многие вопросы ответы сегодня были получены. Ну, были, правда, некоторые такие, так сказать, как, грубо говоря, косяки. Имеется в виду, уж слишком был большой напор, большое количество вопросов по поводу вот вчера принятого законопроекта в Госдуме об запрете усыновления детей в Америке. Как правильно, мне кажется, заметила наша коллега из соседней Мордовии, она сказала, видимо, в Москве своя повестка дня, в регионах своя повестка дня. Конечно, наверное, очень важный вопрос. Но когда со всей страны, со всего мира съезжаются журналисты в один зал, наверное, немножко вот надо учитывать интересы и своих коллег-журналистов тоже. Большая пресс-конференция Владимира Путина во многом определила вектор взаимодействия власти и общества на ближайшие годы, механизмы преодоления проблем и точки роста в каждом субъекте федерации.